Отдыхающие на зимних каникулах в санатории «Надежда» встретили Рождество веселыми гуляниями. Традиционное мероприятие, которое здесь проводят со дня основания санатория, называется «У рождественской елки». Мы ждем народ свободных от процедур, потому что они в первую очередь приехали подлечиться, отдохнуть во вторую очередь. Но мы стараемся. А вечером будет праздничный ужин. Также традиционно мы делаем его под красивую музыку зимнюю, при свечах, с хорошими словами. То есть не банкет, но вот такой вот ужин в форме праздника. Празднование открылось знакомством с рождественскими традициями. Оказывается, елка должна еще раз преобразиться на Рождество, поведала отдыхающим ведущая мероприятия Елена Сустретова. Именно с обновления наряда небольшой елочки и начались веселые конкурсы для двух команд отдыхающих. Соревнуясь в искусстве владения ножницами, команды тольяттинцев и самарцев вырезали украшения в виде разноцветных снежинок. Сладкий горячий чай согревал участников праздника, которые не успевали замерзнуть. Настолько зажигательно танцевали и активно двигались во время проведения дискотеки на снегу. И мягкая погода с хлопьями снега способствовала играм и веселью на свежем воздухе. Смешные конкурсы шли друг за другом. Обычно народные гуляния не обходятся без силовых упражнений, поэтому команды азартно перетягивали длинный канат. А так как Христос родился в пещере, то ведущая предложила отдыхающим вылепить из снега похожее сооружение. И, как всегда, больше всех празднику радовались дети. А какое же Рождество без подарков? За участие в мероприятии отдыхающие получили памятные призы о нашем санатории. Записную книжечку «Санаторий Надежды», ручечку получили и пакетик памятный. Да, вот, все это да. На память. Теперь у нас все это будет на память, и мы будем вспоминать наш отдых здесь рождественский, погоду, снег, лечение. Вам понравилось? Да, нам понравилось, очень понравилась природа, красиво здесь очень, много снега, есть где погулять. В общем, все замечательно, все хорошо. А за то, что канат тянул. Да, тянули? Да, Самара выиграла сначала, потом Тольятти выиграла. Равенство. Никто не победил, все были довольны. Ну, вот. Первый раз отдыхаете в санатории? Да. Понравилось? Очень. Надеюсь, еще приедем. Хорошо кормили здесь, и весело было. Замечательно просто. Мы сами с усами, так что с удовольствием поддерживаем, помогаем, поем, пляшем. Все как положено. Да, чем занимались тут на каникулах? Но... Танцевали, играли, бегали. Она все сказала. Да. Да. Скучать в Надежде некогда. Постоянные отдыхающие являются прямым доказательством того, что в Таазовском санатории хорошо и летом, и зимой.